Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Volkswagen Passat 2012 года выпуска. Объемом 2 литра турбодизель CFFB. Пробег двигателя составляет 137 тысяч. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.